Мэр Торонто Роб Форд, замеченный в употреблении наркотиков, алкоголя и целом ряде других эпизодов неподобающего поведения, отказывается уходить в отставку. Горсовет потребовал от главы города уйти или хотя бы взять отпуск, но тот оказался непреклонен. «Меня избрали, чтобы навести здесь порядок, и я его навел. Да, я допустил ошибки, но это ошибки моей частной жизни, это не ошибки на посту мэра. Я понимаю, что этим поставил в неловкое положение и советы всех горожан, поэтому искренне раскаиваюсь». Покупали ли вы запрещенные наркотики за последние 2 года? Да, покупал. Скандалы вокруг мэра стали причиной массовых протестов, но, несмотря на это, рейтинг градоначальника не опускается ниже 40%. В среду прошла на ура задуманная еще до скандалов акция по продаже фигурок мэра с его собственной подписью. Ограниченный тираж раскупили за пару часов.